Свою вахту Лохматый несет рядом с 24-м домом по Некрасова. Обнаружила несчастную собаку Элла Боброва неделю назад. Каким образом очутилась собака на этом месте, непонятно никому. Слышали, как ночью подъехала машина и из багажника выбросили ее. Другие говорят, слышали визг страшный, где-то минут 15 визжала в ужасе собака. Как отмечают добровольцы, взявшие беднягу под свою опеку, пес после всего случившегося, как ни странно, на людей не озлобился, от агрессивности нет и следа, но немного побаивается людей. Иди ко мне, моя маленькая, вот что она уходит. Вышвырнул ли пса бездушный хозяин или же нашего хатика сбила машина, уже не так важно. Совершенно очевидная история, далеко не из веселых. Местные жители обращаются к абаканцам с просьбой помочь найти нового хозяина преданной собаки. Хатика может стать отличным другом, забот с ним не будет, уверяют они. В еде собака непривередлива, на удивление ласковая и добрая, проблем с поведением тоже нет. Жильцы дома искренне верят, что найдутся неравнодушные люди, которые захотят завести себе преданного мохнатого друга.